внимание представляется главный тренер футбольного клуба «Металлург» Сергей Иванович Машинин. Сергей Иванович, пожалуйста, поделитесь с вами первыми впечатлениями о прошедшем матче. Потом задавайте вопросы. Говорящий сюда трудно, конечно, естественно, расстроились. Очень хотели проигрывать. Ну, так получилось. По игре, наверное, Факел имел преимущество. Плюс это первая минута, небольшое там давление, пару вариантов создали. Потом наши пришли, футболисты немножко в себя, плюс это дождь, и что же игра упростилась. Все не хотели там рисковать сзади, больше длинных передач. Ну, первый тайм также имели там два момента, но, к сожалению, не забили. Два стандарта, ну, не уследили, наверное, более мастеровитые игроки Факеле Содром все-таки. С первой лиги, с премьер-лиги. Так что, хотя при счете 1-1 был выход 1-1, но при счете 1 почему-то не стал Виктор бить, я не понял. 8 метров до ворот, мяч лежит. Наверное, такой ключевой момент. Мы сравняли, забили хороший гол, но не смогли спасти матч. Вот, в принципе, все. В каких компонентах хозяева сильнее были сегодня? Давайте хозяин, пусть у вас есть был тренер, расскажет. Так, тогда в каких компонентах вы слабее были? Забили на один мяч меньше. При стандартах два высоких игрока продавили, забили. Наши не слабили. Недавно ошибки, ну что сделать? А как работали, говорю, на атаку больше от защиты не пытались? Пытались, значит, не все получалось. Соперник же есть, тоже мешает игроки мастеровиты. Не дали то, что мы там хотели, плюс поляны, ну, поляны для всех. И нам тяжело, и Факел, естественно, было, что на это поле. Одинаково для обеих команд. Сергей Иванович, что бы гол пропустили после угловых? Это не считаете, что какая-то ошибка защитников или может быть? Я что сейчас сказал, ожидали ошибки, естественно, защитников и плюс хорошая игра игроков Факела, что переиграли вверху. Два гола гола, хотя на это делали акцент, что много низкорослых игроков, поменьше стандартов. Это одно дело, да, установка, есть еще игра, когда живые люди. Продолжаем нашу конференцию. Владимир Васильевич Муханов, главный тренер футбольного клуба «Факел» Воронеж, ваше внимание. Владимир Васильевич, ну, поделитесь своим первым ощущением. Ну, в общем-то, это был уже четвертый матч в чемпионате. Я не считаю кубок там. Я, честно, даже говоря, сам не понял, почему мы так отнеслись к нему. Хотя, может быть, это и к лучшему. Но я хотел сказать о том, что ну, какая-то притирка уже идет. То есть они уже как-то начали понимать, может быть, не так хорошо все друг друга на поле, но в жизни уже как-то начали общаться на каком-то языке. Раньше, если была тишина, сейчас уже какие-то разговоры, шутки появились в команде. Обычные для нашей такой тяжелой работы. Поэтому я заострил внимание, что все заждались, все хотят победы. И мы-то сами в первую очередь и болельщик. Поэтому настрой, что в Лисках, как бы, есть такое мнение, что там где-то что-то не оценили. Нет, конечно. Просто так сложилось, при обилии моментов мы там не смогли выиграть и пропустили этот фантастический гол. Сегодня 20 минут первого тайма, пока поле позволяло, мне вообще понравилась быстрая игра. Быстрый пас, переход с обороны в атаку, очень много моментов, к сожалению, не реализованных. Видимо, еще где-то, может быть, какой-то такого дрожа есть. В этих ситуациях нужно хладнокровие, неимоверное. Я знаю, о чем говорю. Нужно спокойствие души спокойно реализовывать. Здесь пока у нас еще не клеится. Ну а дальше уже, в общем-то, когда пошел ливень и погода превратила поле, можно сказать, почти в месиво, вода стояла, там все перешло в плоскость чистой борьбы характера. Элемент случайности какой-то присутствовал. Тем не менее, опять же, моментов было создано много, но кого-то ругать за то, что в этих условиях не реализовали, конечно, трудно. Довольны тем, что появляется характер, появляется желание играть на пределе.
в общем-то, какая-то жавинка появилась в плане перспективы. Поэтому очень рады первой победе. Будем надеяться, что дальше по качеству будем прибавлять, не теряя, может быть, лишних очков. Пожалуйста, вопрос. Владимир, ну, по поводу вот последнего новичка, взятого в аренду по ремням, нападающий, да. Но все-таки в середине поля, то есть последний пас, все равно, в общем, пока никому давать, да? Вот. Ну, я понимаю, тема такая длинная, но... Да, конечно, вы правы, и я сам это вижу, что... Хотя вот надежда-то есть, вот посмотрите, где-то, может быть, 10-15 минуты второго тайма, как когда я перевел Комисова выше, вы знаете, что-то интересное появилось. И передача в разрез, и два удара со средних дистанций неплохие. Мне кажется, он оживет. Он все-таки был, пусть в молодежи, но лидером динамовского коллектива. Он много забивал, много раздавал. Вот с другой грядки пересадили, надо врасти. Но, конечно, этим ограничиваться нельзя, потому что Кузнецов, в общем-то, в большей степени игрок фланговый. И в направлении усиления вот, центральной оси мы работаем, мы ищем еще сюда. И, конечно, левый защитник это пока проблемная позиция, много кандидатов, вот что-то срывается в последний момент. Видим проблему, конечно, мы же еще не докомплектованы, это видно. А что с Кузнецовым? Ну, сейчас повезут его на снимок, какой-то неприятный там при ударе хруст был, в области голеностопа. Надеюсь, что где-то нам должно повезти, что ничего серьезного нет. Владимир Васильевич, оборот играет достаточно в стабильном составе, тем не менее мы такие мячи пропускаем свои, вот как сегодня. Чего не хватает? В принципе, люди опытные, стабильные. Мяч вообще неимоверный, и со скамейки мне практически видно было, знал, что он в окружении трех игроков, да, и вылезти оттуда и пробить, это, конечно, просто, как говорится, ниже критики. Сейчас я по горячим следам. Ошибка Кости была, он оставил эту дырку, в общем, куда можно было вылезти и дал пробить. Но опять же, ну Скрыльников как винить? Он что, левый защитник? Нет, конечно. Поэтому я же говорю, проблема от того, что где-то появляется неуверенность в какой-то позиции. В левой стороне они достаточно остро играли во втором тайме. Поэтому пришлось опять Дубровина возвращать на место левого защитника и делать замену. Я думаю, когда все сбалансируется, все-таки они будут играть надежнее. Погребняк все-таки вот это очередное нападающее, пока мы играем с одним чистым нападающим, да. Шпакова не видно близко. То есть есть смысл вот набирать нападающих такое количество. Середину пока как-то вот не выстраивает. Есть смысл даже в том, что Антипенко, вы видите, он не выдерживает два тайма, а его активность падает где-то 15-20 минут второго тайма, уже ему тяжело. Поэтому даже в этом имеет смысл. А если Погребняк, в общем-то, молодой, маневренный, сможет играть еще, отскакивая, да, допустим, то почему не играть два? Это только разнообразит наш стиль. Нитфулин, я не знаю, Сергей, наверное, вам не сообщал, он же получил травму, да, то есть это там очень неприятная травма, я даже не знаю, как эта мышца называется, очень глубокая, вот, и история ее идет не только от нас, она еще и с ЦСКА, поэтому ему 3 недели, в общем-то, от активных воздержаться, то, что касается его. Значит, но было сегодня в планах где-то и Альшина использует, но в таких условиях, где на первую во главу угла встает атлетизм и умение бороться, чтобы тебя не продавили, поэтому просто пощадил пацана, вот и все. А ну, Лев, я думаю, что все должны знать, что у нас есть такой футболист, и я с ним непрерывно разговариваю. Перспективы, я думаю, что тоже появится, не на 2-3 минуты выходить, а не больше. Надо с ними очень аккуратно, с молодежью. Владимир Васильевич, 15 минут второго тайма у нас не только Антипенко проседает, это практически вся команда. Сегодня это такое минимальное количество замен. Близко за счет замен вы подстегнули команду. Сегодня боялись вспомнить удачу. Нет, я еще раз вот только что на этот вопрос ответил. Я считаю, что опыт мне позволяет судить о том, какое количество замен. Дело в том плане, что очень сложные условия. Не каждый может войти в игру. Это прежде всего во главе угла. Сложно войти в эту игру. Там полтора тайма люди уже бегают и знают, где мяч застреет и где лужа. А новенький, пока он разберется, 10 минут еще можно глотнуть какую-нибудь пенку.
Поэтому здесь чисто практически не стал этого делать. Исходя, да, исходя из того, что... Это движение подстегнуть не мешало. Ну, конечно, конечно. Вы все правы. Я не могу отрицать это, что физически мы выглядим гораздо похуже соперников. Тех же лисок, тех же вот все с этого. Ну, это естественная вещь. Мы не можем проводить развивающих тренировок, потому что игра на игре. Только вот за счет игр и вот появится, как говорится, из кубка мы вылетели, появится недельный цикл. Тогда мы можем думать о том, где можно вставлять развивающие тренировки, улучшать функциональное состояние. Просто в плену, вы же понимаете, все невозможно сделать, тем более в таком цейтноте. В плену времени, я имею в виду. Владимир Васильевич, а кого можете выделить в рядах Липецкого Мазаура? Вы знаете, вот когда в такую погоду футболисты играют, у меня язык не поворачивается кого-то одного. То есть, ну, обе команды сегодня сражались, это было видно. Из последних, да, как это говорят, последние силы отдавали. Поэтому кого-то там одного, хотя мне понравился нападающим, мы ему, так сказать, достаточно много на установке уделили времени. Объемный, достаточно быстрый, меняет направление, удар хорошо поставлен с правой ноги. А сегодня, мне кажется, даже с левой забил. Да, с носка. Вот. Поэтому как бы он выделяется. Остальные, вот команда ровная, да, мы их разбирали, они, видимо, года-то два уже где-то минимум играют вместе. И налажена очень хорошо оборона, налаженная. То есть она, каждый знает свой манер, где перестраховать. И сложно, ну, в сухую погоду еще за счет быстроты мяча, может быть, можно было поискать слабые стороны. А то, что они играли с Пензой дома, вообще без шансов. Ни одного момента не дали, даже близко. По воротам там, вот, ну, один-два случая этот матч анализировал, готовил. Просто ничего не дали, никаких шансов. 0-0 они сыграли, у них там был там полумомент. Но им ничего не дали, настолько все сбалансировано. Поэтому выделить, обе команды выделили за то, что они бились. Сегодня Саутин в запасе появился. Да. Каковы его шансы выйти на поле в ближайших матчах? У него хорошие шансы, потому что он самый как бы опытный из нашей тройки. Вот, и мы на него надеемся. Но, впрочем, так же, как и на Терновского, так же, как и на Дьяченко. Поэтому я, например, положительно оцениваю то, что, допустим, человек, который, допустим, был Дьяченко в запасе, сейчас Саудин. Менять было сегодня вратарскую позицию из-за того, что мы сыграли один в лисках, это преступление. Парень сыграл четко, надежно и грамотно. И он игрой своей, не тем, что он молодой, из-за этого мы поставим, ни в коем случае так не подумал. Он заслужил это своим положением в команде. Еще вопросы будут? Спасибо. Спасибо большое. С победой.